В Адлере начался сезон дождей. К нам в номер залетела летучая мышка маленькая. Вот она. Поймали ее в полотенце и отпускаю на улицу. Такая хорошенькая лялечка. Летучие мыши жили в одну эпоху с динозаврами, а сейчас живут среди нас. По внешнему строению крыльев схожую имеют с птеродактилями. Такие красивые, классные крылышки. Вот она замерзла на улице и залезла к нам в окно, и у нас погрелось полотенце. Вот я ее сейчас выпущу, она такая красивая, хорошенькая. Тютя личиком напоминает ежика. Забавная очень. Обитают летучие мыши по всему миру, а в России предпочитают Кавказ. Несколько семейств летучих мышей облюбовали окрестности города Сочи и своим присутствием частенько пугает неподготовленных к такой встрече местных жителей и туристов. Вот как сегодня испугали нас. Они вполне безобидны и полезны, как уничтожители вредных насекомых. Нужно просто знать некоторые особенности строения и образа жизни этих необычных зверьков. Климат Сочи особенно благоприятен для ночных зверьков. Нехолодные ночи позволяют им чувствовать себя комфортно. Здесь прижились несколько семейств летучих мышей, из которых самым распространенным видом стали подковоносы и гладконосы. Подковоносов отличают нарост, образующий вокруг носа подкову. Они медлительны и не умеют ползать по вертикальным поверхностям, поэтому вынуждены обитать в убежищах с широким входом. Подковоносы, единственные из летучих мышей, выпускают ультразвук через нос, а не через рот, как остальные. А это летучая мышка гладконоса. Это самый обычный вид летучих мышей без экзотических наростов на морде. К ним относятся ушаны, ночницы, трубконосы и длиннокрылые. В Сочи можно встретить остроухую ночницу, трехцветную ночницу и гигантскую вечерницу. Эта летучая мышка очень похожа на длиннокрылую. Это редкий вид. В одной из пещер Хостинского района живет колония из 300 особей. Колония известна уже более 70 лет и охраняется Сочинским национальным парком. Всего же длиннокрылов в нашей стране осталось около 5000 особей. Летучие мыши – это общее название, включающее в себя около 20 семейств летающих животных. Семейство различает размерами особей от 3 до 40 см, разной скоростью полета от 15 до 50 км в час и разным рационом питания – от вегетарианцев до вампиров. Образ жизни у них у всех одинаков – днем спят, а ночью бодрствуют. Живут в убежищах, в дуплах, пещерах, штольнях, гротах, погребах, на чердаках. У всех есть встроенный эхолот, они все видят ушами. Не всегда летучие мыши спят, повиснув ногами вверх, они могут спать лежа на различных выступах, антресолях и карнизах. Некоторые виды спят, тесно прижавшие друг к другу. Другие же спят поодиночке. Спят тоже не все, некоторые особи, как призрачные тени, мечутся по убежищу. Никому не известно, что ими движет. Основная масса летучих мышей, кроме семейства подковоносых, обитающих в Сочи, довольно шустро передвигаются по земле и даже может бегать. При этом они опираются на задние лапки и сгибают крылья. Выглядят это несколько необычно и нелепо. Также немного странно они лазят по вертикальным стенам, ловко цепляясь когтями больших пальцев, торчащих из перепонок крыльев. Не страшна им и вода. Оказавшись в ней, они энергично хлопают крыльями и, будто прыгая по воде, быстро покидают ее. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось видео. Оставляйте какой-нибудь комментарий.